В артемовском поселке Заводской построили новую амбулаторию. Губернатор Приморья Олег Кожемяка поприсутствовал на мероприятии и поздравил жителей с открытием нового медицинского учреждения. Я с удовольствием поздравляю вас с этим прекрасным событием. Вот. Хочу пожелать здоровья, счастья, успехов. Ну, поздравить всех с Масленицей. Сегодня великолепно был концерт, представлен здесь, скажем, жителями поселка Заводской, творческими ансамблями города Артема. Пусть эти праздничные дни всегда будут у вас в памяти. Двухэтажное медицинское учреждение площадью 1200 квадратных метров с лифтом было построено за 11 месяцев по национальному проекту «Здравоохранение». Здесь предусмотрены кабинеты терапевта, офтальмолога, невролога, стоматолога, акушера, гинеколога, хирурга. Можно пройти УЗИ ЭКГ. Медицинскую помощь планируется оказывать в том числе и в условиях дневного стационара. Заводской вновь возвращает себе ту былую славу, которая была здесь связана и с птицефабрикой, и с заводом ЖБИ. Мы в прошлом году сдали здание Дома культуры, сейчас это амбулатория. Я думаю, что с каждым годом мы будем рассматривать те планы, которые позволяют благоустраивать этот замечательный, сейчас это уже микрорайон города Артема. Вот дело так, чтобы здесь было комфортно жителям. 11 тысяч жителей, более 3500 молодежи. Это очень здорово. И эта поликлиника послужит, скажем, дополнением возможностей для того, чтобы вовремя проходить диагностику. Здесь есть и специалисты будут по всем направлениям. Так, при поддержке государства за последние 5 лет в Приморье установили 42 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и 12 врачебных амбулаторий. Капитально отремонтировали 150 учреждений и 59 объектов здравоохранения. В данный момент в крае строится 13 новых больниц и поликлиник, а также запланирован ремонт более 50 медучреждений. Диана Иванова, новости на 8.